Его голосом говорят известные путешественники и проповедники. Он записывает аудиокниги и проводит занимательные тренинги. Речь идет об уроженце Пензы, а ныне жителе столицы, Романе Волкове. О том, как он нашел свое призвание, речь пойдет в программе «Экспресс-тема». И сперва я тоже как-то стеснялся того, что вот и туда, и сюда, как-то вот несерьезно так вроде со стороны, да, надо отработаться на заводе, пришел там в 17 лет и до там 75 работать, а это что-то и туда, и сюда, но это нормально, я такой человек, я ищу. Здесь вот где-то, причем у меня получается, вроде нравится, а времени не хватает. Вот в хор, например, начал ходить. Не хватает времени, пришлось бросить. А недавно Роман Волков разделил свою жизнь на «до» и «после». Что стало тому причиной и почему писатель так любит общаться с молодежью, узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сразу после первого вечернего выпуска событий в 17:55.